Всем привет, ребятушки, это наш новый влог. Сейчас мы едем с Андреем в Ашан купить некие продукты, чтобы отвезти маме. Да, потому что карантин. Мама не может никуда выехать. И вообще выехать сложно куда-то. Ну, у кого есть машина, тот поедет. У кого нет машины. Они кого купили какую-то простенькую машину, но ее пока что делают. Сейчас зайдем на почту. Что-то на почту пришло, какая-то посылка одна. Завтра мне должны будут подвезти портфель для квадрокоптера. Взяли сегодня квадрик. Надеюсь, что не быстро потемнеет. И сегодня увидите какие-то еще кадры с квадрокоптера. Ну да, сегодня погода еще такая хорошая на улице. Очень. Вот. Не жарко, прохладненько, но без туч особых, солнышко светит. А вот завтра, вроде завтра, послезавтра днем будет уже неплохо, плюс 15. Что сегодня, ну, плюс 7. А плюс 15 это прям уже, это прям весна-весна. А вот. Поэтому пока что едем, наберем продуктов. Сегодня пораньше встали. Поменяла денежку, чтобы была хоть какая-то деньга на продукты и так далее. Но в Украине ввели ограничения. Я не могу снять доллары. То есть мне доллары пришли, ну, с Ютуба зарабатываются в долларах все. А говорят, хрен вам, типа, карантин, самолеты у вас не летают, валюты нету. А точнее, валюта есть, но мы вам ее не дадим. Денег нет, гривны можем дать. Но, типа, у них просто курс такой не сильно хорош в привате. У меня есть как бы менялы, которые мне меняют, они меняют более выгодным курсом. Но я не могу им дать эту валюту, потому что она у меня только виртуальная, на карточке. А обналичить ее пока что не могу, ну ничего. Как вы думаете, ребята, что в этой посылочке? Дождался Андрей очередь, кстати? Там сейчас столько людей пришло, еще больше, чем было. Я еще вовремя подошел. Стало еще в раза 4 больше, чем я стоял в очереди за кем-то. Я думал, что ого, очень сухо стоять. А там другие пришли. Снеж, все-таки быстро прислали, реально, недели две где-то. Это мы платье мне с Китая заказываем. Ничего себе. Вот твое платьечко пришло. Вот это людей, господи, просто, типа, это капец, их так много. На почте? Ну, потому это что... Это жесть. Так они правильно делают, мало людей. Да, слушай, пускают. На почте сделали одноразовые маски, там есть. Сделали из бумаги. Ого, круто. Типа, у кого нету маски, вы можете воспользоваться нашим. Стоит антисептик, салфетки и одноразовые такие масочки. Прикольно, молодцы. Видите, ребят, как происходит, когда отменяют маршрутки? Пешком люди идут. А что делать? Жесть. Верните маршрутки. Что, здоровый образ жизни. Я сегодня тоже ходил пешочком. Ребята, подорожала гречка. Ничего себе. И это самая дешевая гречка каждый день. Рис, конечно, также остался, да, по цене? Плюс-минус не подорожало, но меньше. Ну, гречка вообще скакнула нормально так. Купили продукты, сейчас будем ехать к маме. По-моему, ребятки, у чувачка чуть-чуть капот поржавел. Немножечко совсем. Запарковал. Нормально? Вот, Валерчики, ну как так можно? Машину купил, блядь, и как парковаться задом не купил, да? Бессовестный. Это же надо так запарковаться. Как мы выйдем теперь? Я нормально выйду, но, блядь, надо же механические Илониус мне заплела косички, а теперь София сидит на процедуре, да? Красиво, София? Угу. Илона молодец. У Снежки твои серые котенки, у скалопых, и у меня
два одинаковых. Ну, да, только голову дотать, фига. У меня два одинаковых аянсовых ясинок. Я вкуснешки. Это сестра за косичка маленькая. Ничего себе, какие косички. Красотка. Сестрички, как одна, будем две. Илониус, а чем вы занимаетесь? Не, ну, не знаю, бывает, ей скажут, что вы там чуть сушат. Косички себе плетете? Сошли с Андрюшкой в АТБ купить домой творог птичкам. Вот такой мы покупаем. Помидорки, зелень. И взяли еще рыбку. Мама Андрея делала себе этот рентген, и ей сказали, что у нее пневмония легкая. Ну, вроде бы тест показал, что... якобы коронавируса нету, но хрен его знает. Ну, говорит, что уже лучше лечится дома. Ей там приписали уколы, и вообще она сейчас сидит дома. Не, уколы не подошли, там какие-то антибиотики, таблетки. Но уколы ж кололи ей какие-то, да? Не знаю. Нет. Ты же говорил, что ей кололи. Хотели колоть, но не аллергия. А, поэтому. Я понял. В общем, она будет пить антибиотики, лечиться. Да, так что не шутите, не балуйтесь. Ну да. Просто самое реально грустное, то, что мы не можем сейчас даже к ней пойти проведать ее, потому что нельзя, сказали, карантин в квартире у них. Мы сегодня переобулись на летнюю резину, так Андрей сейчас будет проверять давление в шинах, чтобы безопасно было ездить. Должно быть 2,2. 2,2? 2,2. Сейчас проверим, сколько сейчас. А где оно пишет? А, там в машине есть показатель такой. Ой, аккуратненько. А сейчас у нас 1,7. Это... то есть подспустились. Надо подкачать, да? Да. Ну давай, котик. Качаю. Качай. Поэтому, если вдруг у вас диски с колесами уже лежат отдельно, готовые, там, летние, зимние, всегда, в общем-то, проверяйте давление. То есть переобулись, подъехали на ближайший там вот шиномонтаж. Вообще я подъезжаю всегда на заправку, потому что здесь бесплатная есть подкачка колес. Вообще там шашечки стоят, не пускали нас, но мы проехали. Не, ну мы жопой заехали, короче, чуть-чуть. Там, наверное, переучет, и типа нельзя заехать на заправку, но мы типа чуть-чуть там вот... Мы заехали через выезд. Да. С бампером только передним проблема. Илона когда делала, я жму. Ну, кто сидел в лох, тот понимает, да, когда у меня машина в жопу получила. То там спереди тоже поотлетали нахрен клипсы. Этот бампер, блядь, вот так вот весь, как-то отваливается от него все. Я то подродняю, там я на затяжечке затяну, там кусок пластика отпадет. Жопа, надо что-то тоже будет придумать, чтобы передок как-то то ли сделали, то ли как-то прикрутили, приклеили его. Нам с Андрюшкой каждая яма обходится прикреплением бампера. Да. Ребятушки, смотрите, какой у нас модный кулек. Это называется кулек-рванка. Жизнь дала трещину. Это модная корзина. Сейчас Снежка пока будет показывать. Снежка, просто у нас уже от кулька осталась половина. Я Снежке говорю: Снеж, давай, короче, новый кулек. Да не, я в этом принесу. А он что-то прям вообще, ребята, превратился из кулька в какой-то мини-мешок. Я сначала взяла за одну ручку, она оторвалась, а потом за вторую. Нормально. Ну я так понесу, вот так. Все, держи его нормально, а то что-то не донесем. Как ребенка. Будем там помидоры по дороге собирать. Ой, опять порвалась. Смотри. Все, кис, не трогай. Вот еще. Тебе, блин, конечно, помидоры выпадают уже. Сейчас будешь нести потом по карманам. Все, пошли, 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 пошли. Приехали мы уже домой. Сейчас покажем, какая нам пришла посылка. И Андрею, и мне. Ко мне пришло платьечко. Ну, это не тебе, это мне. Ладно. На самом деле, за 2 недели пришло с Китая вот такое вот платье. Да за неделю оно пришло. Меньше, да? За неделю. Вот. Я, кажется, такое какое-то украинское, я не знаю, ну,
Ну, красиво такое. Оно на спине красиво так завязывается. Ну, потом Снежка как-то покажет, как оно выглядит. Потом ко мне, в общем-то, для пульта сегодня летали на квадрокоптере у Снежки по вложике. Уже, наверное, смотрели. Да? Как вам кадры? Красивое? Согласен. Сам спросил и сам ответил. Пришла вот такая вот коробочка для того, чтобы... Сейчас мы поймем, как это все цепляется. Я, кстати, так и не поняла, что это. Это ремешок, чтобы ты руки, когда свободные, типа на тебе висит, и ты управляешь. Ну, там, чтобы руки освободить. Там, или на тебе пульт висит, ты можешь двумя руками там принять. Ну, удобнее. Чтобы, например, чтобы не выпало с тебя никак, там, не выпало с руки. И вот такой вот ремешок идет. Сейчас мы это тоже откроем. С Китая? Да. Вот это китайцы молодцы, ребята. Они все делают. Да-да. Сейчас на самом деле начали снова отправлять посылки нормально, какие-то крюки, смотрите. Потому что в Китае уже снимается карантин понемногу, и сейчас опять китайские заводы начинают... Китайцы пахать. Быстро очень справились с карантином. Ну как быстро, 2 месяца. Вот, вот такой у нас идет ремешочек. Это DJI прям? Да? Нет, это какой-то фирмы другой. Вот мы сделаем вот так вот. Типа, чтобы подлиннее ты можешь... Типа, DJI Китай. А эти штуки нужно куда-то прикрутить. А там сбоку есть? А вот, снизу. А, там есть куда, да? Да, снизу берешь такие две штучки. Странно, а почему в комплекте не дали уже тогда? Ну, чтобы заработать деньги. Скажем, типа, вам все дай. Все бесплатно. Да, купите, а не дай. Вот так берем. И вкручиваем. Киндер, что там говоришь? Как лошадка делает киндер? Вот так вот. Это собачка так делает. А как лошадка? Это Тём. А лошадка? Я буду твоей лошадкой. Вот один и закрутили. Он еще так чётенько встал. И точно второй. Не потеряешь. Ну да, такие карабины, я думаю, повеситься на них можно на самом-то деле, на этом пульте потом. Вот. Не, вот вешаться вот, лучше не надо. И вот так вот второй вкручиваешь. И потом ты уже можешь Васе управлять более удобно. И оно... Опа, все. И теперь ты берешь, вот так вот цепляешь один карабинчик. И вот так второй карабинчик. Сейчас мы это пишем вот так вот. И второй. Что-то я выпила энергетик, но он на меня не подействовал. Все, и типа ты такой уже можешь, Вася, как депутат ходить. И вот так сейчас посмотрим, что у нас тут летим. Валера, лови пистолет, все, понял. Не, лови квадрокоптер. Типа, вон, лети, давай, ловлю, понял, лови, давай. Ну, короче, вот. И, ребята, ко мне еще что пришло? С Китая пришли очень-очень классные бинты. Лучше даже, чем какой-то Adidas и так далее. Короче, смотрите. Это на запястье. То есть, это все тоже такой вот прям цепляющийся. Одеваем вот так вот на руку. Угу. Сейчас. Вот. Да. Вот. Вот так вот на пальчик одели. Запоминайте инструкцию. Потом вот так вот натягиваете. Вот так вот. Плотненько. Смотрите, вот, оп, потом вот здесь вот эта штука, она вот этот вот, все, она уже зажала. Лепит? Да. Она прилипает? Какая-то резиночка непонятная, да. А этим ты еще дополнительно, и оно как резина, вот, оп. Не, какой-то сильно руку перетянула, она синяя уже. Это нормально. Нет, Годик, это рука синяя, нельзя так. Надо так. Приток крови не идет. Так и должно быть, когда поднимаешь тяжелые веса, рука не должна ходить вот так вот. Ты берешь так гриф. Так у тебя она синяя. Так ничего, это нормально. Нет, это не нормально. Вот сравни руки, ну ты что? Ну котик, нет. Так и должно быть. Должно быть. Когда поднимаешь большие веса, нужно на секунду так сделать, чтобы рука не гнулась, чтобы тебе запястье не поломалось. Ты потом... По-моему, Андрей с рукой что-то не то пошло. Котик, сними так. Потом ты выжимаешь. Ну, я же чувствую по руке. Потом ты выжимаешь, а! И потом уже берешь. И потом вообще рука лопнет. Ничего не лопнет. И все, и так вот распутываешь это все. Вот так вот. И вот так вот. Все. И рука возвращается в свой цвет. Снежка просто боится. На самом деле, в тяжелой атлетике, кто шарик, нужно чем туже зажать. То есть, и быстренько это сделать. Потом быстренько размотать. Потому что, да, просто затекут руки в первую очередь. На параше сидите, бывает, знаете, да? Долго в телефоне.
И потом ножки затекают. Вот так же само с ручками. Поэтому быстренько все сделали свое дело и сняли. И треба все хорошо. Видел ваши комментарии по поводу борща. Хорошо, ребят. В следующих влогах я буду делать борщ для вас. Мы купили ингредиенты уже. Это когда завтра, котик? Ну, завтра, послезавтра. Думаю, что да, вот эти вот дни вот выберем время. И я для вас приготовлю борщ, Вася. Чендовский борщ. А, вот. Спасибо всем вам за поддержку. Я ваши комменты все читаю. Вы думаете, то же самое видите, что слышишь? Мы комментируем. Да. Если ты будешь готовить для всех борщ, нам нужно заранее тогда поехать в эпицентр и купить... И купить 20 килограмм мяса, не, 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 да? И купить... Ну да, 20 килограмм... Не, в эпицентре мы мясо не купим. Купить тарелок 70 тысяч, чтобы всем подписчикам хватило. Да, я представляю, я приехал типа Вася из Москвы ради вашего борща. И всех подписчиков нашей квартиры. Под домом такая очередь карантина, каждый от метра, по метру от каждого человека. Они такие стоят, вы куда? Тут чен, да, тут чен, да. А кто хранит? А там где-то спросите. Да. Представляю всех зрителей собрать в нашей квартире. У меня столько денег нету на борщ. Мне надо, кажется, быть миллиардером, блядь. Чтобы накормить всех. Да? Короче, ребят, так что мы видим вашу активность, мы читаем ваши комменты. На самом деле очень много приятно, добрых. Что многие пишут хорошие комменты, поэтому вы очень мотивируете. Спасибо вам большое. И многие писали там спасибо за массаж. Вот. Ну, на этом уже закончим эту идею. Вот. Но борщик, придумайте, ребята, что-то новое. Да. Не, может, мы что-то новое встретим, мы вам расскажем. А вот, а так, короче, ждите борщецкий. Борщецкий от Ченда. Надеюсь, что вам понравился этот вложик. А если это так, то нам очень приятно, когда вы поддерживаете лайком. То есть для вас это вроде мелочь и кажется ничего такого, а у нас прям, прям как бальзам на душу. А вот, подписывайтесь на канал. То есть не просто смотрите, а будет приятно, что если вы еще подпишетесь. А вот. И, конечно же, пишите свои комментарии. На коронавирусе очень много чего можно почитать интересного от вас. Котик, чувствую, люди напишут в этом влоге, ну где же этот борщ? Он завтра, завтра, где же этот борщ? Нет, все, борщ будет, ребята, уже, то есть точно. Он будет? То есть уже не то, что я не знаю, посмотрим, борщ будет, борщу быть. А вот, так что, ребята, спасибо за просмотр. С вами была Снежка и Чент. Всем пока!